Всем приветик! Поливала сейчас хвои, опрыскивала их. Ну, не все, а только одно окно, и то еще не закончила. И вот решила запечатлеть своих пеструшек, что ли, так назвать. Какие они сейчас и что доедет. Я все переживаю. Ну, я думаю, что в представлении хвои не нуждаются. По названиям я имею в виду. Все вы эти сорта прекрасно знаете, кто занимается хвоями. Так что я даже называть их не буду. Просто хочу показать. И все. Вот начни тут. Не стала снимать даже эти крючки. Что-то прям у меня все. Полила, опрыскала. И еще работы много. Да еще я пропаду дней на несколько. Вот. Дочь приедет. Еще мне дела свои тут закончить. Последний врач остался. Сами догадываетесь, женщины, кто? Самый наш любимый врач. Вот. Так что я буду отсутствовать какое-то время. Вот они мне так. Кто в висячем, кто в стоячем, кто в лежачем. Конечно, я их все стригла на продажу. Были бы кусты сейчас уже большие. Что-то восстанавливать пришлось. Вот это вот я восстанавливала макрофилу. Ну, а эти все мои. Это я обновила. Был Луис Буис, но сейчас она там по-другому называется. У меня уже был куст довольно старый, и я обновила его. Вот такая вот красота, не красота, не знаю. За окном у нас хмурь, холодно. В общем, настроение... Как там? Цвета синего, да? Угу. Вот у меня такое. Вот. Ну, что еще? Что вам рассказать еще? Даже не знаю. Я, по-моему, уже все сказала. Вопросов в голове и вообще много чего есть. Но пытаюсь сдерживаться. Не высказывать, не говорить. Пытаюсь. Буду в себе держать. И по поводу, скажу, по взаимной подписке. И вообще по много чему. Ну, промолчу. Красавицы мои, как вы доедете? Не знаю. Я вот думаю, наверное, я их из горшков буду доставать. Ну, так же договаривались, да? Это мы папоротники так договаривались. А эти? Эти тоже? Доставать из горшков. В кулечки. Нет, я имею в виду ком земли в мешок. Угу.
Потому что в горшках они просто, не знаю, сколько места займут, да, в коробке. Для, для горшков это и сколько? Все переломается к чертовой матери. Не знаю, я вообще не знаю ничего. А так, если вот это, в мешочки, в кулечек, и потом друг на дружку даже можно ложить, ничего страшного. Просто да. Много не главное еще, чтобы они это, там их не пинали. А то кто, кто рассказывал? Вот твой знакомый переехал в Новороссийск, воспользовался, значит, деловые линии. Сумки такие продаются сейчас, ну, большие, баул или как? Вот эти. Вот. Укладывал вроде в длину, как обычно, в длину пришла абсолютно, говорит, круглая. Ну, как мячик. Как мяч. Так что я не знаю, что мне придется и что я там получу. Поэтому хочу вот... Ну, это же другая у нас как бы компания. Знаешь, что? Это ни о чем не говорит. Мы тем более, ну как сказать, мы ее не... Вот деловые линии, например, я знала. Когда будем формировать... Они все обещают. Когда будем формировать груз, когда он будет сам формировать груз, мы будем при этом присутствовать. То есть все это будет укладываться в палеты, все эти коробки. Все это будет обматываться. Ну и потом еще в Новосибирске будут докладывать, в Москве. Ну, я вообще не знаю, короче. Да все будет нормально. Я уже никуда не хочу ехать. Иногда. Ну, сейчас еще говорю, погода на меня сильно действует. Не очень хорошая. Вот. Что еще? Ну, не знаю даже, что еще сказать. Ну, ничего нету. В голову ничего не лезет. Одни проблемы, проблемы, проблемы в голове. Какие-то вот... Что-то бы сказала, не хочу обидеть никого. Буду молчать, все. А то скажет, гундит и гундит. Вчера была радость. Сегодня не очень. Мы так и живем. Кстати, лист у алоказии за ночь еще увеличился. Прям заметно. Посмотрела сегодня. Послезавтра приедет дочка. Вроде и радостно. В то же время, как говорится, повидаться приедет, потом встретимся, наверное, мы только планируем в феврале. Вот, ну это пока планируем, а там видно будет.